Реджи, я все те ретрансляторы уже опустошил. Давай новые! Ну уж нет, хватит с тебя. Ты чересчур заигрался в биотеррориста. Тебе надо залечь на самое дно и не высовываться. Что ты заладил? На дно, на дно! У меня все супер, лучше не бывает! Еще хочу! Нет, я сейчас в паре с детективом из местного управления разрабатываю одну версию, но я тебе больше ничего не скажу, пока ты не успокоишься. Ладно, ладно, я залягу на дно, что бы это ни значило. Так, Делсин, я тут выяснил кое-что про систему связи ДЭЗа. Есть командный центр. С его помощью они координируют действия во всех районах. Ну и где искать этот мегаважный командный центр? Ну, что ты так давно мечтал увидеть в Сиэтле? Ни хрена себе! Space Needle? Space Needle. Лучше бы дома сидел. Редж, я на месте, и ты прав. Space Needle просто утыкана электронной хренью и какой-то фигней, похожей на алюминиевый сайдинг. Боюсь, придется лезть на Space Needle. Ну, погода хорошая, полезу наверх. Эй, нет-нет-нет, не дури! Но-но-но, я не дурак, я герой! А вот чисто гипотетически, ну, теоретически, как так выходит, что я спокойно могу брать силу у одних проводников, например, Хэнка, но не могу взять ее у других, скажем, у бойцов ДЭЗа? Вот оно что, ты все-таки пытался! Эй, только не говори, я так и знал, Реджи, мне просто нужен... ответ. Я думал, лифты заблокированы. Ну, если гипотетически, теоретически, наверное, ты можешь брать силу только у врожденного проводника первого уровня, как Хэнк и, надеюсь, Августина. Бойцы ДЭЗа получают способности от Августины и не могут их передавать. Даже тебе. Вот, сам говоришь, мы должны идти до конца. Не передергивай. И в следующий раз не ври мне, ладно? Своему брату нужно доверять. Изнутри эта штука еще страшнее. Ничего, уберем. Привет, это Бетти. Ты где? О, привет, Бетти! Я на Space Needle. А, ну тогда попозже наберу. Купи мне магнитик. Ладно, если магазин еще работает. Пока, Бетти. Пока, милый. Так, отсюда лучше не падать. Вот мое спасение. Так-то лучше. Я на смотровой площадке. Гляди в оба. Yeah.
Ну ладно, вперед и вверх. Давай, скоро доберешься. Ну, выколем глаз, Space Needle. Вот что держит все это вместе. Какого хрена? Я тебя еще не видел. Редж, да тут целая армия. Отлично, значит, ты пришел по адресу. Или они просто не любят, когда кто-то берет их игрушки. Не отвлекайся, Делсин. Ты придумал, как вывести из строя оборудование? Да-да, тут такое крепление. Похоже, на нем все антенны и держатся. Знаешь, что говорят про пассивное курение? Так, у меня вряд ли получится. Новые способности — это всегда хорошо. Ого, вот это будет эпично! Видишь? Почти не больно. Во, отдохни. Ух, да я ураган. Конец креплению. Посту научного центра. Прием. Как слышите? Мне не отвечают никто. С дальними постами связь пропала. Да, Рэд. Теперь пошли искать проводников и новые суперсилы. Этот город наш! Да не спеши ты. Наши тут... В лучшем случае пара улиц, а все остальное по-прежнему под контролем ДЭС. Пофигу, зато мы отбили у них Space Needle, брат! Ты просто оставил их без связи. Они глухие, но не тупые. Чтобы отбить у них весь Сиэтл, нужно время. Мы только начали. Знаешь пословицу? Путь в 1000 миль начинается с прикольной аватарки. Кто это сказал? Народ в Китае. Эй, Редж, его снизу-то видно? Ха, ты смеешься? Это из Портленда видно. Я просто хочу заявить о себе. Это еще кто?
Это не один из трех беглых. Но что значит этот знак? Не знаю. Маляр удрал еще до того, как сюда приехал Дес. Делсин, я узнавал про беглых биотеррористов и... Я вот думаю, не завести ли пиарщика? Ты что, рехнулся? Да меня тут назвали маляром. Это самая последняя стадия отстоя. А может, тебе не стоит сейчас околачиваться у Space Needle? Ну, то есть, почему не Супердым или какой-нибудь Человек-труба? Слушай, я постараюсь выйти на след беглых биотеррористов. А ты пока вреди Дезу как только можешь. Срывай их операции, пока я не позвоню. Делсин, я кое-что выяснил про одного биотеррориста из той машины. Выкладывай. Я еще в участке. Тут неудобно. Встретимся на углу 4 и Викерс. Тихоокеанском научном центре. Сегодня неизвестный забрался на символ Сиэтла Space Needle и водрузил наверху огромное знамя. Кто этот знаменосец и что означает символ на флаге, пока загадка. Но главное понятно, одним биотеррористом Сиэтла... Маляр! Ха, ну надо такое придумать! Делсин, извини, что бросил трубку. Я тут узнал, что есть один маньяк-биотеррорист. Да, я слышал. Может, не будем говорить слово на букву «Б»? Какое? Биотер... Ну да, это слово придумал Дес, чтобы люди боялись проводников. Вот. Можешь называть этого типа как хочешь. Давай найдем его и выясним, что он знает про Августину. И заберем его силу. Хорошо, отлично. И заберем его силу. Ведь должно получиться. Слушай... Только что нашли труп на углу 5-й и Брайер. Проверь. Но обещай, что не будешь привлекать к себе внимание. Слушай, Делсин, на месте преступления будут копы, понимаешь? Не дезовцы. Я, конечно, за тебя, но убивать копов? Я понял, понял. Перейду в режим оглушения. Так, я сделал, как ты хотел. Твои приятели целы. Спасибо. Хотя зачем суперсилы, если их не использовать? А, узнаю младшего братца. Так, я нашел жертву. Работа проводника. Очень впечатляет. Так, ты должен сделать пару снимков места преступления и отправить мне. Поищем зацепку. Высылаю фотку, но кажется, он моргнул. Вот тебе раны. Какой силой это сделали? Огненным взрывом, лазером? О, смертельным взглядом, разъедающим плоть. Да, от такой силы я бы и сам не отказался. Делсин, даже если это сделал проводник первого уровня... Неизвестно, передается ли его способность. Ну, если передается, я сразу прибью того, кто придумал кликуху «Маляр». Братишка, да успокойся ты. Погоди, там вроде сирены. Сейчас проверю. Так, Дес только что поставил там кордон и предупредил полицию. Ищут проводника. Я проверю.
Скорее всего, там полно людей Деза, которым приказано стрелять на поражение. Ух ты! Прости, что прерываю эту вдохновляющую речь. Ты первую жертву опознал? Нет, ничего. Этого человека нет в базе. А ведь такой, как будто у него как минимум пара приводов за наркоту. Держи проводника! Ну, флаг вам в руки! Лови!
Да, у этого проводника есть свой стиль. Этакий злобный Зорро. Так, мне нужны... Я в курсе, лицо и раны. Ну, если это не трудно. Вот, лови, раны сейчас будут. Не нужно, я нашел по лицу. Это наркодилер. Длиннющий список обвинений. Поищи его товар. Может, он наведет нас на след снайпера. Ах ты! Что ах ты? Что? Делсин, ты как? Я нашел снайпера. Иду за ним. Будь осторожен. Не банальный совет. Нет, не стреляй! Я тебя не тру... Спокойно! Я один из вас! То есть, один из нас! Да стой ты! Я ничего тебе не сделаю! Особенно, если не догоню! Вернись! Ну и катись себе. Догнал? Нет, он удрал. Быстро. То есть очень-очень быстро, как проводник. К черту смертельный взгляд. Хочу суперскорость. А не лопнешь? Вот что странно. Перед каждым выстрелом неоновая вывеска за ним слегка тускнела. Наверное, это источник энергии. Вернись туда и посмотри. Ты бы видел, что он вытворял. У него там лазеры или еще что. Заиметь бы такую силу в пару к дыму и уже тогда идти к Августине. Не спеши. Его сперва нужно найти. Как дела? Ну, тут все говорит об одном. Это не снайпер, а снайперша. То есть как? Да это сразу понятно. Это самая девчачья снайперская позиция на свете. В каком это смысле? Не знаю, просто девчачья. Девчачьи шмотки, имя, бренд, выжженное на стене, красивым почерком. И в конце концов, это логово убийцы очень приятно пахнет. Понял, ладно. Пришли мне фотки всего, что покажется важным. Ну, это точно, скорее всего, принадлежит женщине. И я так решил. Ну, теперь понятно, что это женская обувь. Да, у них минус первый размер. А кто такой бренд? Понятия не имею. Вот это да. Серийный убийца читает Джейн Эйр? Джейн Эйр, это над пропастью во ржи для девочек. Ну, еще что-нибудь есть? Сейчас поищу. Ну, это определенно зацепка. Да, это зацепка. Шансы невелики, но я все-таки параллельно пробью по базе имя бренд. Вдруг повезет. Знаешь, если бы у меня были дым и лазеры, я мог бы устраивать шоу прямо в гостиной. Хоть какая-то польза была бы. Знаешь, Редж, я тут думал про ее лифчики. Не надо. Не надо думать про лифчики. И я вот встречаю Августину и такое пуф-пуф дымом ей в рожу, а потом такой пиу-пиу лазерами по заднице. Хороший план. Где пусто? Ни шороха. Слушай, есть совпадение. Имя Брент Уокер. Арестован 2 года назад за хранение наркотиков. И еще. Через 2 месяца его труп нашли в переулке. Причина смерти – ранение в грудь неизвестным колющим предметом. Высылаю тебе адрес. Да, у нашей крошки реально зуб на дилеров. Похоже на то.
Странно. Если она расправляется только с дилерами, почему в новостях говорят, что она убивает всех подряд? Типа, кто под руку подвернется? А что странного? Ну, по уму Дес упирал бы на то, что жертвы не были случайными. Чтобы законопослушные люди не дергались, так паники было бы поменьше. Ты хочешь сказать, что Дес пытается напугать людей? Их задача пресекать панику. Эй, я в переулке, но тут какие-то бандиты с пушками барыжат наркотой. Не хочу читать тебе нотации, но долг каждого сознательного гражданина в подобной ситуации вмешаться. Значит, теперь ты хочешь, чтобы я убивал своей силой? Я не говорил убей. Просто всыпем, напугай и уничтожь товар. Вали отсюда, чужак! Смотрите, кто вернулся! Не хочу умирать! Делфин, я слышал выстрелы. Ты их убил? Нет, нет. Я исполнил гражданский долг. Я дал им возможность подумать о своих поступках. Наркотики уничтожил? Да, всю партию. Можно я уже пойду в переулок? Ворота в переулок заперты. О, на заводе тебя это не остановило. Редж, ты бы это видел. Наша попрыгунья спец по граффити. Первоклассный. Да, только не забывай, что она еще и киллерша. И тоже первоклассная. Алтарь, как мило. Это даже трогательно. Ну да, только трогать можно по-разному. Да уж, деваха не промах. А вот и главная достопримечательность. Ух ты, а это уже диагноз. Значит, она покупает рыбную похлебку в ресторане, приносит ее сюда и ужинает тут на пару с неоновым брендом. Знаешь, на Аляска Вэй есть рыбный ресторан у Олафа. Там самая большая неоновая вывеска в городе. Если бы я питался ухой неоном, там бы и зависал. Ну, я пошел. Эй, мистер, подпишите петицию в поддержку борьбы с наркотиками. Надо что-то делать, а то вся молодежь будет как Проныра Уокер. Проныра Уокер? Она была наркоманкой, а потом стала биотеррористкой. Все из-за этой отравы. Нам нужна ваша помощь, чтобы очистить улицы от этой грязи. От грязи? Эй, вы либо с нами, либо против нас. Что это за книжка, ну, в которой написано, кто из вас без греха, первый брось камень? Радикал. Ух ты, я поражен твоей выдержкой. Ну, может, все-таки подождешь рядом с вывеской, а? Там ты привлечешь меньше внимания, а она рано или поздно придет туда подзарядиться. Да, и там наверняка меньше людей, которым хочется надрать зад. И это тоже. Кстати, это была Библия. Я цитировал Библию, на случай, если ты не понял. Я понял. Теперь надо где-то спрятаться. Да, всю жизнь мечтал. Шпион в стиле бомжа.
О, как пахнет. Почему я не забрала деньги у тех дилеров? Деньги, не бойтесь меня. Давайте дружить. Идите ко мне. Будем вместе. Не бойся! Опять, что ли? Как в тот раз, Делсвин? Соберись. О, нет-нет-нет, ты не уйдешь, только не от меня. Не трогай меня! Это же скорость света! Ты умеешь бегать по стенам? Глазам не верю. Ну и скорость. Еще пара дней. Да она спринтер. Я доведу дело до конца. Она уходит. Нет, нет, нет. Если ты слышишь, расслабься. Назад я не вернусь! Не трогай меня! Хорошая новость, ей негде заряжаться. Плохая, мне темно. Не пытайся меня убить, и тогда реклама пива еще немного поживет. Даже не щекотно. Я больше не слабая. Не какой слабая! Класс. Я не работаю на Августину! Ты ее робот, как и остальные. Сколько тебе раз? Подожди, они реально роботы? Мне просто нужны твои способности. Не трогай меня!
Эти способности вы же есть. Удивите меня. Вот это мне пригодится. От меня не спрячешься. Куда ты подевалась, чтоб тебя? Хватит! Умница! Не трогай меня! Я слышу твое дыхание! Или это мое? Я туда не вернусь! Нет, нет, нет! Я никогда не думала, что окажусь одной из них. Моя сила стала для меня открытием. Родители меня сдали. Они понимали, какая участь меня ждет, и все равно вызвали копов. Я не знала, что делать. Но мой брат Брент просто схватил наши куртки, и мы сбежали. Это было трудное время. Мы скитались по городам без гроша в кармане. А потом мы встретили дилеров и попробовали наркотики. О да, с наркотой мы обрели рай. Но нам все время было мало. А ломки были ужасные, настоящая агония. И когда тебе нечем ширнуться, когда ты начинаешь думать, что у тебя украли заначку, из-за наркотиков, из-за боли можешь совершить такое! О, боже, Брент, я... После этого меня сцапали без особого труда. Но я попала не в обычную тюрьму. Меня учили стрелять, учили убивать. И когда я сбежала, я пустила все эти навыки в ход. У меня было все, чтобы свершить месть. Брент, обещаю, у каждого встреченного дилера я выжгу на груди твое имя, чтобы больше никто не страдал, как мы. Я положу этому конец. Делсин, ну ты живой? Что это было? Ты молодец. Молодец, брат. Ну-ка, вставай. Вставай. Ничего. Ты молодец. Я знаю, куда упрятать эту дрянь. Там Августина ее точно не найдет, и она уже больше никого не тронет. Нет, нет, нет. Она борется с наркодилерами. Борется? Делсин, да она их просто убивает. Ну а я что делаю с Десом? Тебя вынудили! Ты спасаешь свой народ! Нет, оставь ее. Нет, да уж нет! То, что у тебя с ними общая болезнь, а не дар, не значит, что мы собираемся водить дружбу со всяким сбродом. Так, я пойду с тобой до конца, ты понял? Но ей... место в клетке. Эй! Она
она под моей ответственностью! Ага, только ответственность не то, чем бы ты мог похвастаться. Разберусь. Ладно, я сюда приехал не биотеррористов ловить. Я проводник. Ничего, он нормальный, просто не в духе. Ага. Поговорим. Да, Редж, извини. О, кого я слышу? Что, собрание клуба проводников окончено? Я просто хотел с ней поговорить. Вдруг она нам поможет. Только вот не надо мне тут опять губы надувать. Терпеть этого не могу. Ты же знаешь, таких людей нельзя оставлять на свободе. Ты не забыл случайно, кто еще относится к таким людям? Это другое, ты не такой. Да, я знаю, я твой брат. Так вот, твой брат просит, чтобы ты помог ему выжить. Если не ради меня самого, так хотя бы ради нашего племени. Ладно, что тебе нужно? Спасибо. Мне надо узнать, на что еще годится эта новая сила. А по ретрансляторам ты у нас эксперт. Все, отправил. Это ради племени и тебя. Спасибо. Расскажу, что получил. Я знать не хочу, что ты там получишь. Пока, Реджи, надутые губы. Проныра, тебе попадались такие светящиеся дезовские ящики? Ага, видела такие. По-моему, это чтобы нас выслеживать. Ну, а я придумал, как из них выкачивать энергию. Вот хочу попробовать усилить неоновую способность, которую ты мне подарила. Подарила? И я подумал, может, сгоняем вместе? Научишь меня каким-нибудь новым трюкам? Я сегодня квоту по наркодилерам уже выполнила, так что можно. Умница моя. Да иди ты. Вроде один такой ящик должен быть на углу 2-й и Мэйн. Да, я видела. Встретимся там.